Вот, товарищ Утесов. Все же знают, как он хорошо поет. А давайте попросим товарища Утесова спеть что-нибудь. С радостью, товарищ Сталин. Какую? Из веселых ребят? Легко на сердце. Нет, нет. Это мы слышали в кино. Говорят, вы хорошо одесские песни поете, хулиганские, а? Иосиф Виссарионович, это песни застольные для близких друзей. Так здесь все близкие друзья. Застолье будет, не сомневайся. С одесского кичмана давай, похулиган, давай. С одесского кичмана. Бежали два уркана, тайно-во-во-во-во-во, в Опнярской долине. Они остановились, они остановились отдыхать. Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны глубоке. Одна заживает, другая нарывает, а третья застряла у боки. Товарищ, товарищ, скажи же моей ты маме, что сын ее погибнул на войне. И с шашкой в рукою, с винетовкой у другою, и с песнею веселой на губе. Товарищи мои охмурили, заройте мое тело, заройте мое тело в глубоке. И с чашкою в рукою, с винтовкой у другою, и с песнею веселой на губе. Спасибо. Спасибо.